Это пошла она? Да. Ой, нет, надо. Нормально? Ой, какие-то мы тут большие, нет? Всем здравствуйте. Спектакль у нас закончился. Ой, прошел хорошо, даже отлично. Сегодня, можно сказать, был шедевральный спектакль, который, наверное... Давно мы так не играли, был чудесный зритель, мы даже кололись, смеяли, вообще просто всем, кто там был, спасибо большое. Правда, Даша? Правда. Даша тоже со всеми здоровается. Здрасте. Нет, театр Турандот будет 10 числа, премьера у нас 10-го, привет из Новой Зеландии. Ой, Новую Зеландию очень люблю. Всем тоже привет в Новой Зеландии. Настроение хорошее. Да, голос осип, устала очень. Мы пообщаемся минут 10-15, так что задавайте свои вопросы. Да, сегодня ко мне приходили чудесные люди, которые подарили мне мыло такой ручной работы. Не знаю, прям так хочется. Но это мыло, ладно. Почему, Даша, у вас? Да, знаю. Даша помогла мне тут кое-что донести, потому что моя Наденька сегодня отсутствует. Ну и мне, честно скажу, я стесняюсь выходить одна в перископ. Аня сменилась с Дашей. Нет, никто, ничего не меняется. Приедет Аня, Аня пойдет со мной в перископ. Если, Саша, ты когда-нибудь заедешь, ты тоже пойдешь ко мне в перископ. Скраб для лица кофейный. Ничего. Кстати, самый прикольный скраб для тела – это кофе. Девушкам говорю, когда берете настоящий кофе, смешиваете его с водой и скрабитесь, вообще тело как у младенца. Масло дают и все-все-все. Советую перед свиданием. Кофе. Когда помимо 10 февраля будет спектакль «Случайное счастье»? 22 марта. Недавно встал спектакль, мы скоро напишем. Сейчас там точно согласуют, и мы напишем. Даша, привет от Левина. Кто такой Левин? Вы в Москве? Откуда я знаю, кто такой Левин? Я знаю только из интернов Левина, больше никого не знаю. Спасибо. Надо меньше есть. После спектакля можно сфотографироваться с Викторией Юрьевной. Да. Что он спрашивал? Цел. Что он спрашивал? На Влада заказала, да? Привет, когда в Башкирии? Не знаю пока, когда поеду в какие-то города, но мы обязательно сообщим. А какие вы любопытные, кто у меня тут? Сын ходит, улыбается. Вам всем передает привет. Масик бегает. Сын еще не женился? Дань, ты не женился еще? Нет, он в поисках. Вообще-то ему рановато еще жениться. Не надо, я не хочу невестку пока. Ну нет, это его право, конечно. Добрый вечер всем, кто присоединился. И сколько у меня уже лайков? А 87 это человек или звездочек? Вас смотрят. 87 человек. Покажите Сашу. А что, кто? Как? Может, про Сашу Киселеву? Мы не можем показать. Нет. Покажите сына. Вика, а ты где? В каком смысле я где? Я дома. Задавайте вопросы нормальные, потому что вы иногда не хочется заходить в перископ, потому что непонятно, как на это все отвечать. Саша Зимин. А, Саша Зимин. Я не знаю, где Саша Зимин. Но у меня сын родной, а это киношный. Спасибо. Кто для вас Даша? Кто для меня Даша? Я подумаю. Снимаемся в сериале. Сейчас скоро улечу обратно в Крым. Вот скоро у меня самолет. Осталось только привезти себе. Нет, Крым нет. Еще несколько. Еще два раза придется слетать. Мой любимый фильм, наверное, не «Глухарь», а «Мама в законе». Наверное, это тяжелая была работа, поэтому мой любимый фильм. Матик.
Один против всех. В главной роли Михаил Пореченков. Но он сейчас придет. Открой дверь, оставь дверь открытой. Ты его там закрыл? Я бы тоже не прочь снять «Пятницкий 5», но пока продолжения «Пятницкого» не будет. Пока, как сказали, что сериал закрыт. Эх. Эх, не стать мне генералом. Про собаку что-нибудь, что про собаку рассказывает. Собака как собака. Хорошая, сейчас придет, может быть, тогда расскажу. Прыгает как кенгуру ваша собака. Столько масок. Ну, на самом деле, маски висят здесь временно, потому что они будут висеть там. Мне просто надо кого-то вызвать, чтобы их повесили. В основном здесь у меня на крючках висят кружки. Вот эта кружка из Швейцарии. Кстати, корова внутри. Ну, тоже я привода из Женевы привозила. Прикольно. С Куплярским общаетесь? Иногда да. Шикарные волосы у вас. Извините. Я коллекционирую магниты и кружки. Из разных стран. Из разных стран, да. Желательно из стран. А с Авериным? Общаетесь? Нет, с Авериным редко общаюсь. Ну, наверное, из-за того, что мы очень занятые люди, нам некогда общаться. Страна, да, я мечтаю побывать в Бразилии. Недавно я смотрела в интернете Эквадор. Мне очень хочется туда. Куда-то, ну, я еще не проехалась по Южной Америке. Вот теперь я займусь. А, Левин, я поняла, господи, я тебя не узнала сразу. В Ялту когда? Завтра, а ты? Вы же тоже должны вроде все ехать. Да, Бразилия. Данила снимался в эпизоде в «Пятницком», больше нет. Ой, я не успела, не хотели бы попробовать сняться. Ничего, бабушка, извините. Я приеду 9 февраля, я 9 уеду. Хотели бы создать свой аромат духов? Я подумаю. Каким шампунем пользуетесь? Не помню. Сестра... Он американский какой-то. Снимались ли с сестрой когда-нибудь? Нет, с сестрой не снималась. Слава богу, что узнала. Я фамилию твою никак не выучу, а квадратики плохо вижу. По-моему, в 3-м сезоне он снимался «Пятницкого». Спасибо. Аверин, да, нормальный человек. Как это сегодня, да? А вы больной? Что очень смешно. Вот Дашка тебя перепутала. Это Лена, которая была в перископе там в Ялте. Которая ходила там и так снимала. Ну вот сидел Сережка, а он сидел вторую свою трансляцию, вел актер наш. Хорошо. А ты да, ты Сережа, да. Моя мама живет в другом месте. Не знаю, я не обсуждаю, кто словил звезду, а кто нет. Это как-то некрасиво. А где ежик Сережек? Ежик Сережек в Ялте. А Даша? Да-да-да, это та самая Даша. Уже удалил, успокойтесь. Почему? Как удалил? Так, всё, проехали тему. Так, я завтра разберусь. Нет, тарелки я не коллекционирую, мне их некуда вешать. А так, чтобы они лежали, я не люблю. Какой фильм смотрела? Фильм смотрела недавно. Как эта песня-то? «Самый лучший день заходил вчера». Вот этот фильм я смотрела в самолете. Как ваша нога, как ваше колено? О, коленка дышит пока. Уберите эту штуку с губы. Пусть ходит, ей нравится, и пусть нравится. Я как говорю, кому не нравится, не смотрите. Скучный фильм, вообще непонятный фильм. Но песню я пела сутки. О чем вы мечтаете? Видишь, Даша, почему ты Игоря удалил? Все, да это не я удалила, господи, успокойся. Я выясню, пожалуйста. Завтра. Ты выясни, когда он тебя встретит в аэропорту, мы выясним, почему она его удалила. Хорошего мужа мне? Да, я мечтаю выйти замуж. Мужа хорошего имени. И свадьба как горько. Свадьба как горько? Нет, я не боюсь летать, от судьбы не уйдешь. Я привыкаю к самолетам, хотя все время испытываешь какой-то стресс, когда начинаешь качаться, как на катере. Что? Не надо ни с кем разговаривать, пожалуйста. Заветная мечта?
Не знаю, наверное, есть. Давай, пока, спокойной ночи. Я по-разному летаю. Какой рейс есть в это время, тем и летаю. И Аэрофлотом, и уральскими авиалиниями, и оренбургскими. Ха-ха-ха, я шучу. Наверное, это ваше мнение, что он крутой фильм. Мое другое. Да, сидит в каких-то сетях. Фейсбук. Машину вожу. Уже 19 лет. Ой, не прочитала. Что-то там про песню было. Американские горки. Мы катались на американских горках. Да, это... Ну, сейчас, наверное, я не поеду уже на американских горках. Видео? Нет, тогда не было. Там не успеешь снять. Там глотать воздух ты не успеваешь на этих американских горках. Это вообще не... Да, я была в Париже. Очень красиво. И очень хочу еще раз съездить. Но лучше я в Париж поеду, чем в Барнаул. Хотя Барнаул тоже прикольно. Прыгали с парашютом? Нет, не прыгала с парашютом. Что такое? Я не знаю, с кем я лечу. Я обычно узнаю, с кем я лечу в самолете. В Чехии была. В Праге несколько раз. В Испании люблю Майорку. Барселону люблю. Да, в Новой Зеландии была. Мне очень там понравилось. Вообще очень прикольная страна. Такое ощущение, что там прям в раю ты находишься. С парашюта прыгать нет, не хочу. Я боюсь высоты. Где вам больше нравится страна? Чехия или новая? Не знаю. А, старая Чехия. Старая. На Мальдивах еще не была. 16 июля. Да. В Эстонии были? На Мадагаскаре очень круто. Да, там Даня смеется. А на Фиджи были? Еще нет. Экстрим любите? Да, люблю. Рима приходила на спектакль? Она приходила после спектакля. Вы офигенная. Вау. Приезжайте в Магнитогорск. Обязательно. Улыбнитесь на камеру. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Так. Вика, когда у нас стоп-мотор будет в Ялте? Ты не дождешься, когда этот проект закончится. Я тоже. 11-го вроде числа. Успели прочитать? Татуировках, 3 татуировки мне в Мадагаскаре. Я как-нибудь... Да что ж такое-то у меня это сегодня? Я как-нибудь... Расскажу отдельно в перескохе. Весь плечо выбилось у меня. О Мадагаскаре. Это отдельно. Давайте я проведу отдельный перископ и расскажу вам все о Мадагаскаре. Давайте. Вот будет повод зайти. Какой экстремальный поступок вы делали? У меня нет любимой страны, потому что я хочу поехаться везде. Раньше я любила Вьетнам, сейчас не знаю, потому что, мне кажется, много других есть хороших. И мне. Да, сегодня второй эфир. Доминикану люблю. Там круто. Нет, перископ не разоразил, я редко сюда захожу, просто сегодня у меня Даша, поэтому я вышла. Питер меня любит. Прикольно. Питеру привет. Заразил Левин. Левин заставил выйти, да, в Ялте перископ. Экстремальный поступок в своей жизни, ну, я не, это моих много. Например? Ну, какой, ну кататься по джунглям. Ой, у меня сейчас, извините, телефон сейчас сядет. Ну, трудно сказать, что такое экстрим. Не буду я рассказывать про экстрим, потому что меня пошлости лезут. В Бразилии были? Нет, не была, хочу посетить Бразилию.
Хочу подписчиков. Бери. Ну, сейчас я в гриме, к сожалению. Пока так. Во многих странах была. Вот правильно, Левин, иди спи уже. Детское время кончилось. Все. Баю-баюшки-баю. Сколько серий в сериале? 16. Спасибо. Как такое? Ну, я не собираюсь с вами сидеть здесь час, потому что на самом деле я очень устала. И сейчас мы еще минут 5, наверное, с вами пообщаемся, и все, потому что завтра мне опять улетать. Мне надо еще собраться. И... мне кажется, я просто сейчас засну. Меня можно встретить после спектакля. Я вообще хочу есть. Конфетку купить. Я не знаю пока, когда я зайду, когда у меня будет настроение. Когда кто-нибудь приедет. Когда кто-нибудь приедет. Сколько серий в «Один против всех»? 16. Спасибо вам большое. Их очень много смешных случаев. Я тоже сейчас их, к сожалению, устала. Им рассказывать мне очень трудно. Привет Ангелине. Детский спектакль будет 5 марта, по-моему. Прочитайте у меня на сайте. Я очень жду вашу сестру. А я как раз буду играть Шпакляк. Нет, пока у Максима все есть. Может быть, чуть-чуть попозже мы соберем ему летние какие-нибудь вещи. А вообще, мне сегодня предложили открыть фонд. Виктории Тарасовой, как вы думаете, открыть мне его или нет? Благотворительности и помощи, но фонд я хочу открыть не для больных деток, а именно такой социальной помощи детям, потому что, к примеру, я не возьму там весь мир, да, и всю Россию. Не читай пока. Я хочу взять свою Смоленскую область, где у меня как бы находится дом, и где я сама выросла. И сегодня приезжал человек, где вот дети мои там находятся, и предложил открыть этот фонд по Смоленской области, помогать малоимущим детям, потому что в деревнях живут очень бедно. И есть где одна мама, и где один папа. И поэтому мне хочется вот помогать так. Я думаю, что вы тоже... Простите, пожалуйста. Я думаю... вы тоже меня поддержите в этом плане, что мы не только будем собирать деньги этим детям и малоимущим семьям, мы будем собирать им и книжки, и одежду, и все-все-все-все-все. Как бы вот такой я хочу открыть фонд. Приезжать туда, к примеру, просить актеров приехать туда с благотворительными концертами, играть там спектакли. Ну, в общем, вот так вот. А то получается как-то, может быть, неправильно все помогаем больным детям, а бывает и здоровым тоже нужна помощь. Викой, Оля, хорошо. Пока нормально справляемся с болезнью, лечимся. Ну так что? Передаю привет Валерии. Вас там спрашивали, какая ваша любимая серия Пятницкого. Не знаю. Дело в том, что я Пятницкий не пересматриваю. Правда, я не могу сказать, какая серия у меня... Я могу сказать, какая серия была для меня легкой или очень тяжелой. Это, может быть, я что-то сейчас вспомню. А так, это очень трудно. Я пока не знаю, когда я буду в Санкт-Петербурге. Спасибо, до свидания. Это не мужики, это мой сын разговаривает в скайпе с кем-то. Мужики на заднем плане. Просто он общается так, он это уже горластый. Какой любимый цвет? Серый. Передаю привет Яне. С невесткой не знаю с кем. Вот он орёт. На самом деле он не орёт, здесь просто такая акустика. Он просто ходит и общается. Мася, ну иди сюда. Иди сюда.
Иди ко мне. Читай. Зяма тоже хочет пролезть. Вот пришел Масик опять к нам. Пришел Масик. Часть кучится. Нет, операцию пластическую я не делала. Может быть, когда-нибудь решусь, но не на какой платеж, посмотрим. Пока не готова к этому. Я не знаю, что такое доту. Мася, куси Дашу. Давай, садись, общайся с нами. Масик тоже в перископе. Классный песик. Легко мне давалась та серия, где меня в какой-то серии было мало. Когда у меня много, тогда... У кого у песика Инстаграм есть? Нет, у моего сына нет. А может, есть Инстаграм. Не знаю, но у моего сына есть. Полное имя Масика Максим. А, нет, полное имя Максимилиан. Ну, про пластику поговорим лет через сколько, 5? Нет, побольше. Побольше? 10. Желаю вам так целовать мужа, как собачку. Спасибо, но мы не будем сравнивать мужа с собачкой, поэтому... Поэтому же я его целовать по-другому. Масик бомж зарос, его надо подстригать. Посекать надо Масика. Ну все, скажи, Масик. Тихо. Нет, сын не пойдет. Перископ, он ходил тут, улыбался, покрутил мне возле виска и ушел. Я думаю, что он не любит эти все социальные сети, перископы и все такое. Пока, Масик, Масик. Ну иди сюда. Сало очень люблю. Привозите сало. Со всех стран. Сало хочу, сало. Вот. Ну что, как я обещала, мы вышли, все, да? Тут даже еще ехать далеко. Другой город. Пока Зиминоид младший. А почему младший? А кто старший Зиминоид? В Курск? Ну, как будут гастроли по разным городам, я сообщу. Потому что я как? Я, может, и хочу в Курск, а мне некогда. Удачного пути, Даша. Хорошо, до свидания. Спасибо, что были с нами. Спасибо всем, кто был сегодня на спектакле. Я думаю, что сегодня был чудесный спектакль. Я отношусь к Лепко очень хорошо. Общаемся. Общаюсь с ее дочкой. Хорошо, обязательно везде-везде приеду. Давай проедемся по городам, возьмем чемодан и поедем. Давайте. Нет, ничего в группу, никакие трансляции я выкладывать не буду. Нет. А кто выкладывает? В Ютубе появляются ваши трансляции, а потом их переносят в группы. Так смешно. Да? А я думаю, что все говорят, скиньте, скиньте. Да-да-да. А когда их удаляю, они уже сохранены, это уже не катается? Я не знаю, как они это делают. Я тоже не знаю такой кнопки. Как они сохраняют эти трансляции? Они у вас могут на телефоне сохраниться? Вот, это вот кто сохраняет. Как на телефоне, у меня не сохраняется. Он говорит, я сохранила, куда-то выкладываю. Потом все смотрят в Ютубе. Нет, вы можете на телефоне тоже ее сохранить. Как сохранить? Да, мне нравится. Я люблю всех собак на самом деле, но собаку надо держать, когда есть дом. А дома можно держать вот только таких маленьких, потому что, чтобы держать хасок и всяких там этих собак больших, для этого надо большой дом. Я могу, вот когда, если наступит тот момент, у меня будет свой дом, есть кнопка поделиться, понятно, то я обязательно заведу много-много собак. Молодец, я очень рада. Ну все, началось. Ладно, мы всех целуем, всех любим. Передаем привет. Жалко, в Крыму не везде есть Wi-Fi, поэтому я бы, конечно, провела перископ со съемок, но это бывает очень трудно, потому что у меня, к примеру, мегафоны и очень дорого снимают. Кошмар. Ну, там не только мегафон дорого снимают. Нет, там, говорят, МТС самая дешевая связь. Да. Надо ехать в Ялту. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока.
принесите сало в следующий раз мне на спектакль. Представляешь, артисты голодают. Дожили. Артисты голодают, и нам на спектакле теперь вместо цветов надо носить продукты. А что, прикольно? Ты яйца. Вопрос о яйцах. Кто-то принесет сало. Ну, я же вам не на спектакль наш. Да это понятно, я сейчас шучу. Так, да? Что мы еще любим? Конфеты только не носите, не надо, не могу же. Пирожные. Пирожные? Нет, мы худеем. Мы все время в форме. Шарики приносить. Ну, сялики мы любим, да. Хороший вопрос. А это надо не у Даши спрашивать, а у ее молодого человека, как ему будет целоваться с этой штукой. Ну, я думаю, ее можно снять. Огурцы маринованные тоже очень люблю. Представляешь, так люди на спектакле с банками. А грибочки? Рига, привет! Я никак не могу тебе ответить, потому что я только прилетела, отыграла спектакль, вот сейчас вышла с трансляции, завтра опять улетаю. А, я поздравляю тебя, Наташа, со всеми твоими какими-то там штуками. Я в этом плохо что понимаю, что ты там закончила и что получила. Но я тебя поздравляю. Рига рулит. И дослужить тебе до генерала. Я вот не стану генералом, а ты станешь. В Ярославль приеду, конечно. Я в Словакии. Хватит уже о яйцах. Согласна. А мы вас не спрашиваем. Да? Варенье. Морожское. Никогда не ела морожское варенье. Варенье я люблю. Мне вот в Ялте носят варенье из... вспомнить бы эту ягоду. Из инжира. Интрига, кто-то пришел. О, мать, тебя укусили. Минуточку. Вдруг это Дед Мороз. Или жених. Нежданный, негаданный. Или еще кто-нибудь. Я в перископе, здрасте. Мася. Закрывайте там. Так, поверните верхний штучек. Так, не хулиганим, я в перископе. Или ты уже закрыла? Нет. Если вы знаете, что такое перископ. Да, так. Невестки пришли. Боже. А мне кажется, я буду хорошей свекрови, да? Свекровь я или теща? Нет, свекровь, да? Да. Нет, вы теща. Почему я теща? Я теща. Боже, сын. Да? Я теща буду. Теща. Дай бы. Масик! На-на-на-на-на-на-на! Иди скорее сюда. Иди. Чем бы такую тещу? Здрасте. Здравствуйте. Нет, я свекровь. Вот видишь, там подсказывают. Свекровь, да, значит, теща это дочка. Точно, я свекровь. Вы будете, спасибо большое, мы тут... Да, крутая свекровь. Все, Даша, мы заканчиваем, ты уже продам. Вы будете свекровь. Да мы поняли, что я буду свекровью. Потом я стану бабушкой. Бабушка, я, мне кажется, я тоже буду... Потом прабабушка. А вы такие любопытные, что за девушки пришли? Пришли. Всем бы такую свекровь. Да, наследство богатое передам. Свекрухи. Ой, свекрухи-то. Невестки-то. Внучки. Так, какие еще вкусные? А варенье из орехов давайте, да, тоже несите вкусные. А кто нам там все? А, давай, вези, конечно, в Карелии хорошие орехи. Нет, тетя, я ничьей не буду. Спектакль прошел вообще сегодня просто на ура. Просто. Даша себе Нет. своего жениха найдет, да. Я не дам Даше. Даша, мы просто дружим, чего ей? Жених, правильно? Зачем он мне вообще? Вот он встану, а вдруг я буду... Злой свекрови. Скажу, слышь, уроки сделала. Нет, это не про меня. Мне тоже смешно стало. Нет, мне не нужна трансляция, я не смотрю сама себя. Ну что, давай желать всем спокойной ночи.
Сало вам привезти 11-го? Принеси, да, сало, виси. Неси в Ялте 11-го. Жду сало. Очень. 11-го уже будете в Ялте? Опять буду в Ялте. Ужас. Все, всем пока. Всем целую, мне надо общаться, отдыхать. Все, Даша, говори всем пока. До свидания. Да, майка крутая. Все, сладких снов. Всем всех целуем. Что я сделала, господи? Как ее остановить? Даша.